еще раз напомнить жителям правила при эксплуатации в быту на отдыхе по разной безопасности. Основные правила знаете ли? Конечно, вы можете рассказать. Что, например, если вы находите там огонь открытый для приготовления пищи, то противопожарное расстояние от ближайшего здания отстроения должно быть минимум 5 метров, а зона очистки, то есть радиус очистки вокруг этого мангала, или не сгорая емкость, в которой вы будете готовить мясо, должна быть 2 метра. На данный момент в связи с установившейся теплой, жаркой, безветренной, сухой погодой на территории города Краснодара произошло более 500 пожаров. Большая часть пожаров, исходя из статистики, приходится на частный жилой сектор, порядка 80%. Причина таких пожаров зачастую является незнание населением элементарных правил при обращении с источниками открытого огня, оставление бытовых электронагревательных приборов без присмотра, их эксплуатация с неисправностями, несоблюдение с населением элементарных требований пожарной безопасности. Сегодня сотрудниками отдела совместно с администрацией округа, с полицией, с казаками проводится данный профилактический рейд на садоводческом товариществе, направленный на снижение количества пожаров. Населению объясняется соблюдение правил требования пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов, правила поведения в случае возникновения пожара, а также жителям еще раз напоминают о правилах при выжигании сухой растительности. И проинструктировать жителей о мерах пожарной безопасности, включить наглядную агитацию. Траву не жечь. Траву не поджигать, если мангал есть оборудованный, он должен стоять не далее 5 метров в здании и сооружении. Вокруг него должна быть очищена территория в радиусе 2 метров. Менее чем 5 метров, зона очистки 2 метра. Если зажигает сухую растительность, которую на участке убрали, то зона очистки 30 метров. А от ближайшего сооружения должен поменять 50. Не оставляйте включенными электроприборы различного назначения.